Давно я не смотрел телевизор, сейчас приехал с репетиции, включил, слушаю очередную путинскую пропаганду, естественно, связанную с чемпионатом мира по футболу. Господа иностранцы, все, что вы видите в нашей стране, это показуха. Никакие милиционеры в обычной жизни с людьми на улицах не фотографируются. Обычно милиционеры людей с такими вопросами посылают нахуй. В лучшем случае. А города, в которых вы находитесь, их чемпионаты мира подлатали. Потому что деньги, которые были пущены на чемпионат мира по футболу, были распределены между кланом Путина, братьями Ротенбергами и прочими людьми. Чемпионат мира по футболу не для того, чтобы люди посмотрели футбол, а для того, чтобы все это распиздить. На эти деньги можно было вылечить огромное количество больных детей. Что еще? Конечно, не слушайте то, что вам говорят ваши западные СМИ о том, что в Россию опасно ехать. В Россию ехать не опасно, если вы находитесь в пределах Садового кольца. Ну просто нехуй здесь делать. Найдите себе лучше Швейцарию или что-нибудь другое.